Всем привет! С вами Шелестова Светлана, Новокузнецкий центр природного земледелия «Сияние». Сегодня я хочу с вами поделиться возможностями вот этого препарата «Сияние-3». Этот препарат можем использовать для утилизации отходов в туалетах и выгребных ямах. Просто засыпаете в сухом виде или готовите жидкий раствор. В сухом виде вы просто высыпаете пакет «Сияние-3» равномерно в емкость, а сверху присыпаете травой. На сезон для туалета вам потребуются 2 упаковки «Сияние-3». Одну упаковку высыпаете сразу, равномерно распределяя, а вторую упаковку частями высыпаете через каждые 2-3 недели. Но лично я люблю жидкий раствор «Сияние-3». Для этого я беру 2- или 3-литровую банку, наполняю теплой водой, добавляю 2-3 ложки сахара и высыпаю пакет «Сияние-3». В этом виде бактерии быстрее просыпаются и быстрее начинают работать. Размешиваю и закрываю банку и уношу в теплое место на 2 суток. Через 2 суток препарат готов. Признак готовности – вкусный кисловато-сладкий запах. Далее этот раствор размешиваю в 5 литрах воды и выливаю в туалет. Эту процедуру лучше всего делать, когда земля прогреется, начиная с июня месяца. В течение недели запах в туалете исчезнет, и в течение всего лета масса будет оседать и превращаться постепенно в компост. Если у вас еще нет опыта работы с этим препаратом и вы не видели результаты, предлагаю вам попробовать. Вы можете купить в наших центрах «Сияние» этот препарат или заказать по интернету. Попробуйте, получите результат и только после этого делайте выводы. Садовые центры природного земледелия «Сияние» работают в 13 городах России, Казахстана и Белоруссии. Если вам понравился наш видеоурок, то подписывайтесь на наш видеоканал. А также читайте статьи на нашем сайте «Учебник садовода» и смотрите другие видеоуроки по садовой тематике.